Короче, сейчас будет еще небольшой обзор про Ева коврики. Короче, отодвигаем сидушку. И вот, вроде все тут чисто, все красиво. Снег тут лежит. Грязи нигде нет. Но если поднять Ева коврик, то тут окажется лед. Вот такие Ева коврики. Вот он весь мокрый. То есть мне придется все это высушивать, когда будет оттепель. Итак, самый лучший вариант для автомобилей, я думаю, это свои оригинальные коврики, так как у них есть здесь бордюр вот такой высокий, здесь тоже есть бордюр, ну и все.